Оказывается, зиму можно попробовать на вкус, и для этого далеко ходить не надо. 20 декабря в Московской области стартовал проект «Ешь в Подмосковье». Рестораны и кафе региона разработали для этого специальное меню с недорогими и вкусными блюдами. Цену устанавливают фиксированное само заведение, то есть какой-то определенной цены, которая должна быть для всех заведений, нет. То есть заведение само устанавливает, цена будет фиксированная на определенный сет-меню. Изучить сет-меню, цены и так называемую карточку объекта можно будет на интерактивной карте. Например, в Звенигороде она подскажет, где можно отведать вкуснейшие мидии. Их подадут в различном соусе с салатом и горячим облепиховым чаем. Мидии – очень вкусный продукт и очень полезный, насыщенный на микроэлементы и прочие вкусные вещи. Согревающий напиток, сейчас зима. Каждый хочет согреться, почувствовать уют и приятную атмосферу домашнюю. К проекту подключились не только рестораны, но и фуд-траки – небольшие кафе в парках рядом с катками и горками. На каждом будет специальная наклейка с QR-кодом на входе. До 20 февраля туристы и местные жители могут не только отдыхать, изучать достопримечательности региона, но и открывать для себя новые блюда. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».